Органы по праце, занятости и социальной обороне пропонуют пройти правподрыхтовку, пераподрыхтовку и навучальные курсы жанчынам, которые находятся у декретным отпочинку. При этом специалисты означают, что говорка идет про тех, кто не працевал до декрета, у кого працовная книжка на руках. У период догляду за детем яны признаются занятыми, тому не могут быть зарегистрованы беспрацовными. Ранее этот факт позбавлял жанчын магчимости пройти навучание за кошт сродков фонду социальной обороны насельництва. Зараз гэта магчыма. С зацікаўленымі правядуць гутарку, проконсультуюць і прапануюць розныя варыянты. Беларускае таварыства Чырвонага крыжа пачало выдачу ваучараў для перасяленцаў з Луганскай і Донецкай областей. Азначаецца, што дапамога размеркавана ў залежнасці ад патрэбнасці. Больш за ўсё ваучараў прадастаўлена Гомельскай вобласці 1068. Сума ваучара 100 рублёў. На гэтыя сродкі можна купіць прадукты і прадметы першай неабходнасці. Специалистов по блокчейну и криптовалютах будут рыхтовать у ГДУ имя Франциска Скарыны. Там открывается новая специальность – экономичная информатика. Курс навучання различен на 4 года. Во университете, у приватности, будут рыхтовать специалистов для Гомельского технопарку. Зацікавленность у выпускниках так само выказали каля 30 ведущих организаций на рынку IT. На набережной у Гомельским парку планують побудовать подземные городские прибиральни. Яны могут з'явиться каля Киевского спуску и у районе больницы хуткой допомоги. Необходность узникла у связи с повеличением туристичного потоку. Проект вынесли на громадское меркование. Гомельчане смогут выказаться на эту тему до 8 соковика. Бесплатные школы назирания за птушками открыются сёлета в 10 городах Брестской и Гомельской областей. Курсы предугледжывают 8 теоретичных занятков и 2 полевые экскурсии. Плануется, что у основных школы начнут працевать у соковику-красовику. Зараз идет прием заявок от удельников. Жыхароў региона закликают принять удел у акции «Подары православную книгу». У Гомельской области доброчинное мероприемство проходит не первый раз. У минулом годе удалось собрать больше за 2000 книг. Долучиться до акции можно до 13 соковика. Вся собранная литература будет передадена у детячие домы и школы-интернаты.